На! Вперед, плотва! Гестера, пропустишь со мной круг? Вот вы, не так быстро. Что здесь произошло? Да вот кто-то прохладно мне стало ночью. Вот я и развел огонь под кузней. Потрескивало так приятно. Заодно и колбаску пожарил. Ну как ты думаешь, что случилось, баран? Спалили мне халупу, мастерскую. Все я потерял. Все. Следи за языком, не то я прибавлю тебе несчастий. Ты кого-нибудь подозреваешь? Да всю деревню. Я живу здесь полвека, думал, они меня своим считают. Но все поменялось, когда пришли черные. Я единственный кузнец в округе, так что приходится и на гарнизон работать. Лепаю пугнутые панцири, подковы ставлю, все такое. Нильфгаардцы не платят ни гроша, дают только материалы и приказывают. А люди-то не верят, они думают, что я богатею на их несчастьях, сплю на куче золота, вроде как дракон. Перестали со мной разговаривать, плюются при виде меня. А теперь вот это. Я могу найти этого поджигателя, если ты готов заплатить. Немного у меня осталось, но я отдам тебе все, лишь бы ты привел этого сукина сына. Ночь пожара я слышал, как что-то шевелится за хатой. Я там потом поглядел, но никаких следов не нашел. Но у меня же нет кошачьих глаз. Ладно, удачи!
Следы сапог. Мужские, большого размера. Смердит человеческой мочой и водкой. Он снял башмаки и вошел в воду. Видно, хотел запутать следы. Ты любишь сверчков? Ты их грызешь или глотаешь? Что-то выскочило на него из камышей. Утопцы, но он сумел убежать. Вдобавок ко всему, он потерял башмаки. Рассказывала, как Кузнецов сынок пропал. Следы ведут обратно в деревню. Ведьми в глаз смотри! Но он отнекивался, то все. Так ему чик-чик, башка. Не вошла кровь. Было такое. Не сильно, рана была неглубокая. Сожрал, а ведьмак был ни при чем. И что ты неприятности ищешь? Ну, головы-то обратно не пришьешь. Говорят, положили тело его в склеп. След обрывается. Я смогу узнать его поранее. Следы когтей утопца. Это должно быть он. Поганая рана. Нарвался на утопца? А тебя ебет? Ого. Он не только поджигатель, но и мастер остроумного ответа. Ну пойдем, кузнец с тобой поговорить хочет. А я с нелюдьми не разговариваю, потому как они ублюдки все. А краснолюды из них наихудшие. Жадные, как сороки. За золото все сделают. Мечи кулют, которыми нам нильфы потом горло режут. Верно я говорю? Послушай, договоримся как человек с человеком. Ты меня не выдавай. Я тебе заплачу. Матушка у меня представилась недавно. Продал я ее инструменты. Кое-что уже потратил. Но что осталось, будет твое. Я, в отличие от сорок и краснолюдов, не жадный, так что ты меня не подкупишь. Ах ты, сука! Сейчас ты у меня получишь! Успокойся и иди со мной. Я должен. Подъем! А? Что? Что происходит? Милости прошу, деревенский поджигатель собственной персоной. Епелка? Ты?
Я с твоей матери ни разу гроша не взял. Так-то ты меня отблагодарил. Но с меня хватит. Эй, солдат, на минутку. Нет, Вилли, умоляю, я выпил. Не знал, что делаю. Я вам уже говорил, мастер Вилли. Поможем вам отстроиться, как только придет подкрепление. Материалы уже заказали. Да не в этом дело. Вот поджигатель. Ведьма кого поймал. Эта кузница имела стратегическое значение для гарнизона. Значит, ее уничтожение — саботаж. Значит, обойдется без суда. На дерево его! Суровая кара. Но заслуженная. Ты знаешь, сперва я тоже нильфов ненавидел. Теперь вот думаю, может, хоть они здесь порядок наведут. Научат этих лодырей манерам. Но да не важно. Твоя награда. И, кстати, я ж кое-что успел вынести из пожара. Ты наковальня цела. Кое-что могу выковать. Так что, если что понадобится, скажи, сделаю скидку. Приветствую старого клиента. Чего тебе нужно на этот раз? Сделай мне одну вещицу. Бывай. Это верно. Лишь на полях нильфгаардской страны Эмгир император наделал штаны. Пытаешься тут словно говно в прорубь. Что? Что ты сказал? Кто тебя этому учил? Ну? Чешко. Послушай меня внимательно. Никогда эту песенку не повторяй. Никому. Урод. Сейчас ты больше не играй. Давай, плотва. Не торопись. Ключ потеряла, бабуся. Нет, сковородку! Видишь ли, этот дом всегда стоял пустой. И вдруг в ночь перед битвой приехал сюда какой-то благородный господин в годах и вошел как к себе. Стою я у окна, чтобы посмотреть, что дальше будет. Он, должно быть, меня приметил, потому как гляжу, а он ко мне идет. Схватилась я за сковородку, чтобы, если что, защититься. А этот вежливо так спрашивает. Нет ли у тебя, бабушка, березовой коры, ягод черемухи или хотя бы несколько угольков? Нет, говорю. А вы, должно быть, на голову упали, чтобы по ночам такие глупости у людей выспрашивать. Только вижу, что он совсем меня не слушает. А все на сковородку пялится, как сорока на ложку. «Одолжи, — говорит бабушка, — отдам с утра». Удивилась я немного, что он там в потьмах жарить собрался. Но сердце-то доброе у меня, вот и дала. Интересно. И что было дальше? Под утро в дом приехал еще кто-то. Но утром вышел только тот, первый господин. Закрыл дверь на ключ, сел на коня... И только я и видела и его, и мою сковородку. Она старая была, черная от сажи. Потеря-то вроде небольшая.
но другой-то нету. Может, ты мне подсобишь, золотенький? Принесешь сковородку бабушке? Сама-то я эту дверь не открою. А по правде сказать, идти туда боязно. Потому как из-за двери такой смрад бьет, что я думаю, тот второй, он должно быть там лежать и остался. Заказа на сковородку у меня еще не было. Ладно, схожу поищу. Лучше подожди здесь, на всякий случай. Понятно, откуда запах. Удушен, горотой. Остальное старые шрамы, как у солдата. Что ты сказал, золотко? Ничего, ничего. Какие-то документы сожжены почти дотла. Но некоторые фрагменты, пожалуй, можно прочесть. Вот и бесценная сковорода. Только от Брайана и дочиста. Похоже, нашему таинственному господину нужна была не она, а Сара, чтобы сделать тушь и написать письма. Ну что, нашел сковородку? Прошу, твоя сковородка. Моя? Так ведь она была вся черная от сажи. А в эту я бы смотреться могла, если б хотела. Только уж годы-то не те. Этому господину была нужна именно сажа. Он ее счистил и сделал из нее тушь. Видно, ему надо было что-то написать. Срочно. А другие бумаги срочно сжечь. А тот второй? Мертв. Позови пару ребят и закопайте его за деревней. Глубоко, чтоб трупоеды не вырыли. И по-хорошему советую, не говорить об этом деле нильфгаардцам. Погоди, погоди! Тебе кое-что в благодарность причитается. Возьми, сыночек, на дорогу. Поджарю-ка я себе на ужин Ah!
Но... Медальон дрожит. Это место силы. Что случилось? Чудовище! Чудовище из болот! Говорили мне, что здесь дорога опасная, а я не послушал, и по делам мне! Меньше стенаний, больше фактов. Что случилось, как помочь, и помни. Ведьмаки за даром не работают. Ну, собрался я к черным торговать. Вдруг конь переполошился и понес. На колдобине вылетел я с козел, а повозка поехала дальше. Вдруг слышу какое-то бульканье, ржание и чавканье. Что-то там было. И что-то, кажется, сожрало сивку вместе с копытами. Товар в повозке, а мне и проверить страшно. Я подумал, может, вы? Больше всего мне один сундучок важен. Принесите его, очень вас прошу. Ладно, схожу. Когда найду сундучок, дам знать. Следы повозки, она заехала в болото. Повозка, утыканная стрелами. Интересно. Здесь стоит осмотреться повнимательней. Повозка, утыканная стрелами. Стрела. Об этом он не упоминал. Прямо в шею. Хороший выстрел. Или у этого моего купца серьезные проблемы с памятью, или он врет. Thank you.
Иди, иди сюда. Не давайте ему продохнуть! А твоей жопой я сам найду! Заклятие! Чтоб тебя он колдует! Ау! Ебай! Ща! Нехорошо! Оторвать ему яйца! А твоей жопы я сам найду! Должно быть, он об этой коробке говорил. Заляпана кровью. Человеческой. Thank you.
О, так что, нашелся сундучок-то мой? Да, немного намок, но цел. Улыбнулось мне счастье! И тебе тоже, ведьмак. Вот, обещанное золото. Счастливого пути! Спасибо еще раз. Вовек Тимерия не погибнет, если мы живем. Но! Хорошо, что дождь. Хоть кровь спалит меня. Здоровее будешь. Здравствуй, хозяин. Я вот прочитал, что у вас беда с колодцем. Как есть беда. Призраки там завелись. Уж лет 20 как. 20 лет? Что ж только сейчас спохватились? Потому как раньше мы черпали воду из реки, а после битвы столько в ней трупов плавает, что она отравленная стала. Дочь моя Люба выпила пол кувшина и совсем разболелась. Лоб горит, еды удержать не может. Со дня на день все хуже. Травница говорит, что человек в лихорадке много пить должен. И не пиво или брашки, а воды как раз. Непременно чистой. Откуда же ее взять, ежели нет колодца? Духа сначала прогнать нужно, а он и подойти никому не позволит. Опиши мне этого духа. Ну... Страшенный он жуть. Как он выглядел-то? Похож вроде на девку, но такую, что только из гробу встала. Платье на ней грязное, все изодрано, кожа прямо кусками сходит, а воет, будто страдает очень. Значит, какой-то призрак или альп. Да как ни назовите, мастер-ведьмак. Если вы им не займетесь, схороню я доченьку мою. Хорошо, помогу тебе. Так где этот колодец? В Хущах. Это хутор такой был, к югу отсюда, на пригорке. Никто туда не заходит, потому как дух, понимаете, прогоните его. Очень прошу. Вот и несчастный колодец. Странно.
От духа ни следа. Может, он появляется в определенное время? Выжжено. Тело высушено, следы ожогов. Судя по всему, это полуденница. Пригодится. Похоже, полуденница не отходит от колодца.
Шов удачный. Браслет с гравировкой. Ларри от Волькера. Браслет был на костях предплечья. Интересно, где остальное тело?